Еще одно ЧП произошло в Набережных Челнах. Накануне из окна 3,5 этажа одного из домов 23-го комплекса упал 5-летний ребенок. Это уже третий случай падения детей из окна в этом году в Челнах. Мальчик остался жив. Ребенка с травмами головы и тела доставили в больницу. По предварительной информации, семья у него благополучна и на профилактическом учете не состоит. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в КДМЦ Набережных Челнов в отделение реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В момент падения ребенка вся его семья находилась дома. По версии следствия, родители мальчика вместе со старшей дочерью ужинали на кухне, а сам он с младшим братом играл в зале. В какой-то момент ребенок забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.